Друзья, 2 июля, мы в Бимчике, покупка довольно немаленькая, решил озвучить. Смотрите, 6 штук воды, она по 5,50 где-то, лука килограмма полтора, цены потом в чеке покажу, помидоры вот такие, или 35, или 37, что такое. Да, тоже килограмма полтора, может ближе к двум. Пачка хороших, с твердых сортов, конечно. 3 хлеба цельнозерновых, один из самых вкусных, по 20 лир, по-моему. Йогурт полкило. Цену не помню, 30, около 30 меньше. Сыр с пониженной жирностью, сезонный пайонир, 500 граммовый, 72, по-моему, цена. И 2 курицы, они небольшие, но каждая из них по килограмму есть. И вода 6-литровая. Общая сумма чека 504, доллар 31-32 сейчас, евро 34. Можете на паузу поставить и все посмотреть, в принципе. 504 лиры. Когда-то можно было это все купить на 100, ну максимум 150, причем это было совсем недавно, сейчас 504 лиры. Привет из Алании.